Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины художников с описанием по книге «Великие музеи мира». Маленькая сельская горничная. Камиль Жакоб Писаро. 1882 год. Холст масла 63/53. Камиль Жакоб Писаро. Французский живописец. Один из первых импрессионистов. На представленном полотне интерьер столовой в доме Писаро во французской деревне Осни. Рядом Пантуазом, городком недалеко от Парижа, куда художник переехал в 1872 году, будучи не в силах оставаться в своем прежнем доме, оскверненном немцами, в ходе франко-прусской войны. В Пантуазе мастер провел значительную часть жизни. Несколько его картин изображают окружающий пейзаж, местных жителей и близких людей. Ребенок, сидящий за столом, четвертый сын художника Людовик Рудольф, а всего в семье было 10 детей. В этом полотне Писаро использовал типичный импрессионистический прием отсечения объектов по краям картины, например, стола, стульев и гравюры на стене, чтобы композиция выглядела естественно и непринужденно, и у зрителя было ощущение собственного присутствия. Он пришел из практики нового для того времени искусства фотографии и повлиял на живописную композицию. Легкие «перистые» в кавычках мазки на данной работе и вообще в технике Писаро этого периода предвосхищает приемы неоимпрессионистов и пуантилистические или дивизионистские опыты Сюра и его последователей. Ну, вот такое описание к работе Камиля Жакоб Писаро «Маленькая сельская горничная», 1882 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.